Дима, по слухам говорят, что вы один из самых высокооплачиваемых артистов России. После... Даже высокооплачиваемых. Да, даже высокооплачиваемых артистов России после Лепса и даже обошел Ваенгу. Как вы ощущаете себя вообще в этом качестве? Я могу сказать, что я к вам в гости заглянул. Ну, у нас же принято якобы в шоу-бизнесе там хвастаться там обилием концертов и всего такого. Ну вот у меня в этом месяце, например, 28 концертов в полтора месяца. Вот. И по поводу денег, ну, на самом деле, да. И коллективщик у меня коллектив большой буквы, не маленький. И все это нужно компоновать. И ну ладно, ладно, не прибедняйся. Из всего этого должно происходить какое-то такое, знаете, окупаемое мероприятие. Ну, концерты такие. Умеренные, нормальные. Не бойтесь звонить и предлагать. А вы не бойтесь осознавать, что вы действительно звезда, Дим? Я не боюсь. Это мой главный козырь вообще против всех бед, которые существуют. Чувствовать себя обычным человеком. Это может немножко наскучить, но мне пока не надоело быть таким спокойным, самодостаточным внутри, но все-таки застенчивым человеком. Очень легко и предсказуемо взять, например, сказать: алло, там, пнуть ногой стол. Да-да-да, знаю. Это очень просто и легко. Для этого не нужно сдерживаться и иметь какой-то там, знаете, стержень. Вот, но я, поскольку его имею, мне вот приятно так существовать. Я вот, знаете, люблю отдыхать по-разному. Да. Вообще по-разному. Ну и я, конечно. Вот, но я... Я знаю, что вы сейчас начнете перечислять, а я уже... Да-да-да, Дима как чувствует? Хотя Дима не знает, какой вопрос. Не-не-не-не-не. Вот я, например, однажды была на сумасшедшей рыбалке на Мальдивах, где на удочку, на леске... Я пыталась... Нет, я пыталась... Я пыталась поймать рыбу. Это же яхте, на которой я был. Мы людей ловили вообще. Послушайте, видимо, это были одна и та же яхта, но разные условия. Это была рыба длиной с человека, понимаешь? Вот-вот-вот, это был дельфин. Ну, дельфинов нет, пока еще не доводилось, но всяких тунцов огромного такого склада ловил, конечно. То есть на рыбалку с мужиками на Мальдивах. Но... На дельфинов все-таки получилось. На самом деле, как бы все вот эти вот местные жители, кто рыбачит, ну да, они действительно такие потные, все там тягают это все. Но я вытаскивал рыбу сам, даже барракуду огромную тащил, все, как бы руки даже порезал. Вот, ну нормально там все, и как бы и усилители напитки тоже присутствовали, как бы вот так. Ну, мне как Диме не повезло, конечно. Я на это... Естественно, мы все обгорели потом. Ну, естественно, на яхте, там же самый загар. Но мне не повезло, как Диме, я не поймала ни одну рыбу. Непонятно. Несмотря на то, что, я понимала, что там один человек, засланный с яхты, цепляет там снизу, да, делая вид, что он созывает дельфинов. Не, ну нормально, но я хотя бы в тех же местах, это сам, на Мальдивах тоже нормально, все, потом весь остров ел эту рыбу, которую я наловил на этих обедах, ужинах. Молодец, молодец. Так что Дима обычный человек. Дима. Да? Вот. Тебя 100% знает уже практически весь мир. Скажи, пожалуйста. Весь мир. Ну, больше. У меня были, вот, между прочим, с вашим Евгением Плющенко, замечательным человеком, который в очередной. С нашим, с питерским, опять, да. Опять же, Европу своим катанием опять на первое место. Ну это же Плющенко. Ну, конечно. Ну, зачем же его было? В Японию выезжали мы. Сколько у него там было концертов? Он меня еще по дружбе своей пригласил. Теперь у меня там есть поклонницы. Ну вот, и поклонники, так что... Где выступает Дима, потом катается Плющенко. Где катается Плющенко, потом выступает Дима. Ну, это нормально. Хорошо, да, происходит, да. Дим, ну все-таки, вот с такой бешеной популярностью, скажи, пожалуйста, как к этой популярности относится у тебя на родине? Может быть, уже установили при жизни памятник, который очень редко... У нас в России устанавливали и устанавливают до сих пор кому-либо. О чем вы говорите? Если у нас даже Солженицына, извините, ни в коей мере я никогда в жизни не поставлю себя, потому что, ну, это другие вещи. Нет, ну не ты.
Может быть, твои сородичи. Не, Вишневскую выгоняли вообще, потом возвращали. Если у нас при жизни никто никому не говорит позитивных слов, тем более в шоу-бизнесе и вообще. Не может быть. О чем вы говорите? Тут нужно головой разбиться, 15 раз тысяч умереть, чтобы тебе потом сказали хорошее слово. Поэтому... Ты хочешь сказать, что у тебя на родине тебя не... На родине я народный артист. Так что здесь, конечно, я не буду, да, не буду слишком так уж что-то тут раскидывать, эти козырять вот этими какими-то своими знаниями. Вот. Ну, на самом деле, в моих словах есть доля правды, и я просто даже не о себе совершенно, а о тех людях, кто этого достоин уже не первое десятилетие. Ну, по-моему, даже у Пугачева нет до сих пор никакой такой вот, да? Какую-то регалию, там, например, там, заслуженного артиста вообще вот, блин, в России. На Украине гораздо проще. Это же Украина. У нас просто как-то все происходит сложнее, через какие-то обходные, чрезвычайно завороченные ходы. Дим, ну у нас же демократия, конечно, у нас сложнее. А во всем мире же коммунизм. О чем вы говорите? Нет. Окей, Дима, и как раз таки вот по поводу политики. Знаешь, вот часто бывает, артисты достигают какого-то определенного уровня, да, получают самые высокие регалии, премии всевозможные, и потом у них нет другого выхода, они идут в политику. Например, такие как Собчак, наша питерская Ксения Собчак, к примеру, да, или американский наш Терминатор, который прослужил государству много-много-много лет, да, управляя штатом Калифорния. Не думаешь ли ты, ну, может быть, не в ближайшее время, но все-таки... Я не хочу заморачивать вообще себе голову, одевая вот это вот все на себя и потом проклиная все, зачем же я туда залез. Не хочу, я осознанно совершенно стараюсь никак... Извини, я тебя перебью, может быть, не туда, а сразу в президенты? Не привязываться. Мне кажется... Дим, ну тебя любят реально, ну, 99% нашей страны. Я просто в этом уверена. Представляешь, если ты будешь баллотироваться в президент? Мою музыку, зачем же это все смешивать? Я не хочу. Ну подожди, ты получишь все возможные награды, премии. И что дальше? Опустим это вот шняк. Хорошо, 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 проехали. Ну... И напоследок, какие-то искренние пожелания для клуба ЛАК и для портала Геометрия. Что такое? Ну вы как-то вот так. Как вот так? Ну как-то не туда. Не туда, нет. Нет, вы ожидали, конечно, может быть, другого. Нормально, нет, нормально. Не, ну про женитьбу, свадьбу я не буду спрашивать, это мне интересно. Нет, по поводу вашего заведения. Я вообще могу сказать, что я начинал из Питера вообще. Мы-то знаем. Начинал 9 лет назад. Я сюда приезжал с большим удовольствием. Были такие заведения, которые я, наверное, не буду, хотя могу назвать. Вы помните такой клуб «Абсент»? Это я тоже. Мы вас там помним. Да, это я тоже помню. Я помню еще на набережной был. Плаза. Вот это вообще неописуемые какие-то мои воспоминания. Вот. И теперь я вот здесь у вас, в вашем прекрасном... Ну, вашем. Да. Какие-то слова и пожелания. Вы даже его назвали, исходя из своих предпочтений. Вы неправильно поняли название нашего клуба. Не лак для ногтей. Лагуна? Нет. Локейшн. А, сокращаем. Релакс. Понятно. Good luck. Я, кстати, смотрел значение слова «лак», я нашел их там, знаете, 5 вообще, то есть каких-то. А тут все оказалось все наоборот. Ну, в общем, пару слов пожеланий для нашего клуба и для портала «Геометрия». У нас в наше время меняются предпочтения очень быстро, очень сложно оставаться, наверное, в таком, в тренде, да? Нужно постоянно как-то... менять свое направление, чтобы оставаться на плаву. Вот я вам желаю, наверное, видоизменяться в угоду времени, потому что вот мы все равно имеем такое обыкновение подстраиваться, и нам нужно держать руку на пульсе, поэтому живите долго и людно, чтобы всегда били посуду у вас здесь, чтобы всегда заказывали еду, чтобы ее не доедали. Но допивали, дорогие! Да, а это гласит о чем? О том, что люди наши здесь живут хорошо, значит. Вот пусть оставляют на тарелке и пусть приходят часто сюда.
и чтобы я здесь был не раз в год. Нет, больше. Спасибо огромное. Это был Дима Билан. Это был сын. И Алена Незабудкина. В клубе ЛАК, как всегда, мы будем меняться, но никогда не будем изменять себе и своим вкусам. Поэтому увидимся еще не раз. Спасибо огромное. Очень рада вас видеть.